Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Несколько дней назад решил купить AirPods Pro. И теперь это мои основные наушники. Свои предыдущие снял и больше носить не буду. Вы скажете, что можно найти и получше по одному конкретному параметру. Некоторые звучат лучше, некоторые будут дольше работать автономно, другие будут дешевле и так дальше. Не спорю. Но наушники Apple AirPods Pro собрали все эти качества и их просто не хочется вынимать. Друзья, буду благодарен, если нажмете на колокольчик под видео. Я надеюсь, что вы это сделали. Ну что ж, тогда поехали! Коробка открывается медленно, чувство ожидания присутствует. Инструкция и вот сама коробка. Она стала шире, немного ниже, идет беспроводная зарядка, сами наушники стали короче. Они как затычки, глубоко садятся в уши и обладают активным шумоподавлением. Как и предыдущие модели AirPods, в коробке, кроме самих наушников и зарядного кейса, можете найти два дополнительных размера силиконовых насадок, а также кабель с USB Type-C на Lightning. Прошки разрабатывались без особой оглядки на первое и второе поколение AirPods, поэтому у них мало общего. В AirPods Pro используется другая форма корпуса, они крупнее и теперь силиконовыми насадками. Ножки стали короче и теперь выглядят аккуратнее. На тыльной стороне кейса находится кнопка, которую необходимо нажимать для подключения наушников. На фронтальной стороне светодиодный индикатор, а снизу можно найти разъем Lightning. AirPods Pro позволяет ставить воспроизведение на паузу, переключать треки и включать режим прозрачности, когда наушники начинают специально пропускать внешний звук через встроенные микрофоны, чтобы человек мог слышать, что происходит вокруг. Наушники также оснащаются сдвоенными направленными микрофонами, внутренними микрофонами, оптическими сенсорами, акселерометром и датчиком касания. Традиционно AirPods Pro заточены лучше всего для работы с iOS-устройствами. В интерфейсе операционной системы iOS можно увидеть уровень заряда, включить или отключить систему шумоподавления и активировать режим прозрачности. О да, ребята, чуть не забыл, одна из самых важных нововведений в Apple AirPods Pro – это активное шумоподавление. Купертиновцы очень интересно реализовали эту фишку, но об этом не сегодня. Что касается автономности, то могу с уверенностью сказать, что в AirPods Pro заряда хватает на 4,5 часа прослушивания музыки с активным шумоподавлением, и это действительно так. AirPods Pro – это сегодня одно из самых лучших решений среди беспроводных наушников с активной системой шумоподавления. Купертиновцам удалось вместить сразу несколько важных преимуществ в одном устройстве, а именно высокая автономность, удобная посадка и стабильное и быстрое подключение. Вот такие они идеальные наушники AirPods Pro. Что скажете, друзья? Пишите в комментариях, при этом не забываем подписаться на мой канал, жмякнуть на колокольчик, а также заценить видео пальцем вверх. Ну что ж, увидимся в следующем видео, всем удачи и пока-пока!